Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по боксу, где я абсолютно без вложений зарабатывала биткоин Сатоши. Называется так Earn Sato. Сегодня я проверила этот бокс на вывод, набрала минимальную сумму 500 биткоин Сатоши. Вот мой вывод, здесь отображается мой кошелек и моя сумма 501 сатоши. Если мы перейдем в дашборд аккаунт Sumari, что-то не завис. Вот мы опускаюсь ниже, вот 501 сатоши. Здесь вот видно мой вывод. Далее переходим в дашборд. Ой, дашборд в этот, на FaucetPay, друзья. Earn Sato 501 биткоин Сатоши 13 июня. Платит инстантом, друзья. Все замечательно. У меня было чуток меньше положенной суммы. Чуть-чуть мне не хватало до вывода. И пришлось мне, как я не люблю эти шортлинки, уже думаю, добью, я отмучусь шортлинки, и чтобы поставить, проверить на вывод. Вот я одну или две рекламки там просмотрела, прошла, и как бы у меня как раз сумма накопилась, и я сразу же поставила на вывод. По поводу вывода, очень скрупулезно тут относится админ к выводу. Всех дотошно проверяет, может и не дать вывести, если вам скажут, что у вас там вы используете прокси или что-нибудь, пишите, друзья, в службу поддержки тогда на английском языке, то, что вы работаете честно, ну и все такое, чтобы они проверили. Вот суппорт в самом низу. И вам откроют вывод. Я уже переписывалась с поддержкой. Вот, кому интересно, работайте, не интересно, не работайте. Я не хочу сказать, что здесь сильно много нахожусь времени. Я один раз в день зайду, здесь 5 рекламок, и один раз выходит я на кран зайду. И все. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч.